Сегодня у библиотеки «Южная» праздник, юбилей 75 лет. Библиотека начала свой путь в далеком послевоенном 1946 году. Открылась она при правкоме электрогенераторного завода. Организатором и создателем острова знаний был Александр Николаевич Перов. Он собирал книги по крупицам на рынке, на чердаках, в сараях. Он стал и первым библиотекарем. С каждым годом увеличивалось число читателей. Библиотека развивалась, увеличивались книжные фонды. В итоге «Южная» стала самым крупным филиалом централизованной библиотечной системы Сарапова. Весь коллектив замечательным таким юбилеем. Очень много знакомых лиц, очень много ветеранов, много людей. Ну, к сожалению, есть и те люди, которые стояли у истоков этой библиотеки, которых, ну, к сожалению, сейчас нет с нами. Но, тем не менее, они сделали, вы продолжаете очень огромное дело. Сегодня библиотека «Южная» – это не просто остров книг и знаний. Это место, где можно встретиться с друзьями, прочитанные книги обсудить в литературном клубе, поучаствовав в увлекательных дискуссиях. С этой библиотекой меня лично связывает работа в Доме культуры «Заря», когда именно здесь мы с моим товарищем Иваном Михайловичем Кузьминым придумывали все популярные в тот период времени игры для школьников, и шоу эрудитов, и винегрет, и закулисье. Именно с помощью библиотекарей, которые нам носили вот такие вот пачки различных энциклопедий, справочной литературы, познавательной литературы, художественной. Своими выступлениями порадовал народный вокальный коллектив «Иван да Мария». Пусть хранит вас Бог, Создатель, всю семью и весь ваш род. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Поздравили с праздником библиотекари, депутаты Сарапульской городской думы, друзья филиала в лице руководителя профкома электрогенераторного завода, а также любимые читатели. Мы любим ее всей душой, приходим мы и помогаем чисто от души, потому что тут замечательные библиотекари, тут такая душевная атмосфера. Поздравления и подарки, теплые слова. Грамоты и благодарности были вручены сотрудникам и ветеранам библиотеки. Коллектив «Южной» бережно хранит традиции книгопочитания, творчества и подвижничества. Стремится, чтобы библиотека стала местом, где хорошо всем – писателям и читателям, взрослым и детям.